Сегодня я позвал своих друзей, чтобы устроить самые безумные гонки на шестиколесных монстрах. Шестиколесный Урус, шестиколесный Гелик и шестиколесный Джип Гладиатор. Всех участников ждет 5 различных испытаний гонок, но в каждом состязании случайным образом мы будем меняться тачками. Какой из этих монстров будет самым быстрым? Тот участник, который наберет больше очков по мере прохождения всех испытаний, побеждает и получает главный приз, а именно 5 миллионов баксов. Друзья, всем огромный привет, с вами как всегда Олег Кофе, и добро пожаловать на новое видео. Серия получилась что надо, все как вы любите, именно поэтому досматривайте до конца. Перед началом этого ролика вам, ребята, желаю приятного просмотра и приятного аппетита. Надеюсь, вы уже поставили лайк и подписались на канал, подписались на телегу и на второй лайв канал. Все ссылочки в описании. Ну что ж, я думаю, мы готовы начать, так что погнали. Друзья, мне кажется, каждый из нас обожает необычные машины. Так вот, прямо сейчас позади нас расположилось сразу 3 шестиколесных монстра. Урус 6×6, Гелик 6×6 и Гладиатор 6×6. Эти 3 монстра будут сегодня невероятный тест-драйв. Сегодня мы проверим эти 3 машины по полной программе, устроим нереальные гонки, ну и, конечно же, будем месить грязь. Так что, мне кажется, сегодня реально получится очень круто. Ну что ж, каждый из нас сегодня успеет поуправлять абсолютно каждым авто. Ну и все это, конечно, благодаря колесу удачи, которое будет определять, кто за какой машиной будет сегодня сидеть. Ну что ж, если что, сразу предупреждаю, что на каждой гонке мы сами будем меняться тачками, да? Поэтому каждый раз мы с вами будем... Зайчик, зайчик бежит, зайчик сзади бежит, зайчик! Зайчик сзади бежит! Ну что? Ладно, окей, ты зайчика испугал, он признался, назад побежал. Он признался, что он долбоёб, окей, отлично. Хорошо, на первую гонку Андрей первый крутит колесо, я кручу колесо прямо сейчас, а тебе, Андрей, достается шестиколесная машина. Поздравляю. Ладно, тебе достается шестиколесный Урус. Ну что ж, идем дальше. Артем, ты следующий или давай. Я следующий? Окей, ты, ну... ты. А, ну хорошо, давай. Итак, я кручу колесо, и мне достается тоже шестиколесная машина. Вот это да. Ну что ж, я сижу за геликом. Артем, поздравляю, тебе достался Гладиатор. Ну что ж, на этих машинах мы приступаем к нашему первому состязанию. Ну что ж, дамы и господа, мы готовы приступить к самому грязному тест-драйву этих монстров. И первая гонка, с которой мы начнем, это оффроуд трасса. Мы едем, пацаны, с вами по лютому бездорожью и едем в сторону трейлерного парка, который находится, получается, по концу этой дороги. Я думаю, ребята, вы можете сделать ставку в комментариях, за какую машину болеете, какая машина вам больше нравится, как вы думаете, какая тачка сегодня победит. Также за каждое испытание мы сегодня получаем очки, и также, пацаны, в конце этого ролика победителя ожидает, конечно, очень вкусный приз. 5 миллионов, да. Ну что ж, а возможно и больше. Кто же его знает, а? Досматривайте до конца, чтобы все узнать. Ну что ж, готовы или нет, а? Давай! Давай! Раз! 2, 3! Ого! О, чего? Нифига себе! Алло, Василечки, как там? Ух, нет. А, не-не-не. Подожди, он приподнят или что? Ну, немножечко там совсем, это да. Это вообще, ну, не прикольно. Потому что меня, ну, туда-сюда нормально так. Ну, ё-моё! Это арабская машина по одной причине, то, что я на двух колесах могу ездить. Да я на этом гелике сколько лет не катался-то. Лошара, Микантар. Да я тебя вижу, я тебя догоню. Ты что думаешь, а? Я эти дороги знаю, как свои 5 пальцев. Андрей, аккуратнее, не влепись тут, пожалуйста. Он влепится. Мы должны сделать так, чтобы Олег был последний. Ни в коем случае. Едем. Блин, кстати, хорошо, ладно, машина хорошо. Уйди отсюда. Я вижу, Андрей. У меня движок заглох. Как это так? Гладиатор, ну просто, ну китайская машина. Подожди, бьет, а американец. Да как, в смысле, что? О, это что-то как? С китайским двигателем, понимаешь? Там как это была могу... новость, что Мерс или Беха начали китайские не, а почему? Я одного не понимаю, почему меня так заносит прям вообще жестко, прям по-любому. Потому что ты на гелике, понимаешь? Так вот, вот я вот... Эта машина не для того, гелике. Чтобы вот так вот ездить. Я это просто... чтобы, ну... Да ну, людей перевозить. Да, ну, пожалуйста. А лучше с чертями на гелике сейчас. Не, вот я просто цель, это, опять же, этого ролика, понять, какая машина по факту будет лучше. Вот просто по Гладиатор. Гелику. По гелику, что могу сказать, то, что он очень тяжелый в управлении. Вот реально, вот кто вот будет ездить на нем в следующей гонке, вы все прекрасно поймете. Он реально тяжелый. Так, вот тут налево, по идее. И он не поворачивается. Два колеса встают. Не поворачивает, как будто бы вообще. Вот, все, я на месте. Уже я приехал. Вы что, гоните, ребят? Ну, Андрей, вот сейчас, молодец. Вы что, вообще прикал? Пойдем его бить, просто жестко. А я красиво завершу. Я вот так, пацаны. Я красиво это сделал.
Ну что ж, красиво ладно. Красиво отсосал. Первая гонка заканчивается у нас следующим результатом. Первое место у Артема на гладиаторе, второе место на Урусе, третье место на гелике. Мне кажется, что в каждой гонке все так же будет и происходить. Те, у кого будут такие тачки, будут занимать такие места. Ну что ж, мы идем дальше, но перед этим давайте поймем, у кого какая машина на следующее состязание. Ну что ж, давайте смотреть. Первый кто, пацаны? Первый кто у нас? Давай я, ладно. Ну, Андрей первый сказал. Да, Андрей, ты был уже первый, да я. Не, Андрей был первый. Вообще, Андрей был первый. Так что, дамы вперед, дамы вперед. Андрей, уступаешь? Ладно, не уступай. Я девочку помогаю. Андрей, кручу первого тебе, тебе достается... Гелик! Спасибо, спасибо. Не, спасибо, что забрал. Не-не-не-не-не. Так, а подожди, второй кто? Я уже просто прокрутил. Второй. Я не буду. Тебе Урус, мне достается гладиатор. Ну что ж, меняемся машинами. Кайф. Ну что ж, мне кажется, сейчас нас ожидает самое хардкорное испытание в сегодняшней серии, потому что нас с вами ждет восхождение на гору. И, соответственно, ее спуск и, соответственно, кольцевая гонка. Тут реально будет сейчас жестко. Сразу предупреждаю. Мы все знакомы с этой трассой. Мы все знаем, куда нужно ехать. Ребята, нам вам на всякий случай напомню, что нам надо ехать строго по вот этим тропиночкам, да? И приехать ровно же в это место, то есть сделать полноценную игру. Итак, готовы или нет, залоги? Да! Да! Ну что ж, мы поменялись машинами, теперь давайте смотреть, что же произойдет на этой гонке. Желаю всем удачи, до новых встреч! Раз, два, три! Ой, как хорошо! Ё-моё! Ой, как на гладиаторе приятно. Как на гладиаторе приятно проходить. А что, можно в попку давать вот нельзя, так вот? Нет. А что, Андрей дает иди попу? Иди отсюда, ты понимаешь? Мальчик, ты не дорос до такого уровня вообще, а? Да. Не специально. Заикай, блин, как тут... Иди сюда, сейчас тебе, блядь, покажу. Олег, ты можешь, ну, быстрее управлять своим автомобилем? Да, я боюсь. Блядь, Андрей! Ее же закидывают. Артем... Жди! Тихо, нет, ну я сейчас тебя начну фигачить, Андрей, ты это понимаешь? Пацаны, аккуратно едем. Я, ну, по-джентльменски пропускаю дам, а ты мне попу даешь там. Пацаны, аккуратно едем, вас прошу, аккуратно. Гелик, он последний приедет 100%, это кусок дерьма. Ну не факт вообще. Да, Олег, ты надоел! Да ты куда? Ладно, нормально. Молодец, Андрей, молодчина. Вы тормозите, что? Как же эта машина переворачивает? Да насрать мне, я так поеду. Ты посмотри, что с этой тачкой происходит, это просто неваляшка какая-то. Ну вот, кстати, там дальше? На этом испытании как будто бы... Наверх, Артём, да. Артём, ты бежал наверх, сучонок. А так-то зачем говоришь, алё? Нормально. Финишу приедешь, плакать будешь. Андрей, не падай, нормально? Это кусок дерьма, не машина. А как ты, подожди. А чё ты ночь, как девочка? А как ты впереди оказался? Хватит плакать. Где ты сократил, алё? Едьте как мужчины и всё. Где сократил, я спрашиваю? С кем ты общаешься? С тобой общаюсь, спрашиваю. Я не знаю, там на склоне ком-то меня Андрей скинул, я заехал на дорогу ближайшую. Вот так, значит, делаем, да? Тогда. Понятно, ну вот и пока. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Артём, до свидания! Только ты я не наближаешься! Я сейчас вниз еду, не понимаешь? Ты не наближаешься! Не надо мне вот этого! Это сейчас что было? Это сейчас... Пацаны, это бред, а не машина, я не знаю, с ней что-то я... Как управляется, да? Она очень легко в полете. Да, с ней явно что-то не так. Вот, я тебе про вот это и говорил. С ней явно что-то... Потому что она очень легкая. С ней явно что-то неладное. Чё тебе надо? Чё долбоёб? Тихо. Что ты хочешь? Чё ты, подожди. Он Олег срезает, как ёбнутый. Я срезаю? Прям фул камеру могут мою показать, ни разу я не срезал. Я за тобой еду, ты сейчас такую дорожку там срезал. Кому ты тут рассказываешь? Сам срезал, наверное, и на меня перекидывай. За тобой по ней срезал, да? Не-не-не, пацаны, я и Артёму говорил сразу. Я Артёму сказал, что сразу, если где-то там упал, ты обратно возвращаешь. Нет, я не срезал. Как неудобно на этой машине. Там была угловая такая тропинка. Жопу ставишь? Да, я прям за тобой ехал. Реально? Да. Всё, найс. Легкая жопа, Андрея. Тихо. Вот реально на гладиаторе тише едешь, дальше будешь. Эта машина, нормально там вообще? Эта машина максимально непредсказуемая вот на этой тропинке. Дерьмо. Я на этой машине боюсь вообще тапочку в пол нажимать. Да сбрось телефон, сука. Потому что вот примерно вот такое происходит. Не, я не... Не срезал, вранье, не срезал нигде. Я вот честно ехал по тропинке. Да что с машиной? Он мне тоже дебил звонить начал. Что с тачкой? Тебе позвони. На паузе я ему выскажу, что позвоню, блядь, тварь. Гладиатор нет. Чувак, жалко. Там на него столько польется. Да что с этой машиной, я не понимаю просто. Не, это не валяшка. Это какая-то просто неваляшка. Не, Артём там 100% где-то срезал. Вот прям 100%. Нет, я в одном моменте только вот там я поднялся типа до тропинки и все. Прям то, что на меня Андрей гонит, враньё полное. Не знаю. И то я очень много раз застопился. А вы мостик проехали? Да, уже проехали, да. Ну я не знаю как, но эта машина реально, вы просто... Ну посмотрите, с ней в воздухе... Так с ней в воздухе, я не понимаю, с ней не про нормальные вещи происходит реально с этой машиной. Вот что вот это такое, объясните? Не, это просто капец вообще какой-то. А где Олег? Окей, я приехал, я уже дальше.
проехал. Не-не-не, ну вот просто посмотри, как ее закидывают в воздухе. Смотри, вот просто смотри, как она крутится, вертится. Это бред вообще какой-то. Итак, первое место у Артема, второе место у меня, третье место у Андрея. Давайте идти дальше. Впереди нас ожидает еще 3 состязания. Ну что ж, нас ожидает следующее состязание. Кто желает быть первым, пацаны? Первый Андрей. Опять Андрей. Окей, ладно, хорошо. Андрей тебе достается на этот раз. Гелик, поздравляю! Да иди нахер, не перекручивайся! Не-не-не-не-не! Второй кто, Артем? Я последний, давай, я тебе уступил. Окей, я второй, у меня Урус. И третий, ну и у тебя получается гладиатор. Поздравляю! Ну что ж, следующее состязание, погнали! Ну что ж, друзья, третье состязание, это новая гонка фирменного производства с гладиатором Лего Кофе. Соответственно, что мы с вами делаем? Это гонка по канализации, мы идем строго прямо по воде, на развороте налево, я вам только что показал трассу, и потом в обратную сторону мы должны вернуться в это же место. Там будет тачками закрыты, вы это все уже видели, маршрут, куда там дальше ехать не надо. Ну что ж, готовы ли, ребят, вы сейчас все прекрасно поймете? Давай! Давай, на счет 3. Раз, два, три! Да, и на всякий случай говорю, мы едем. Это дрянь. Мы конченная. Едем только по воде. Не, мы едем только по воде. Зачем? Ты меня жал в самом начале. Я не жал, я прямо просто ехал. Блин, а по воде скорость вообще прям сбрасывается. Какой ты тюбик, Андрей, это просто жесть. Андрей. Я компенсирую, что он мне выкинул. Вернись, да вот обратно. Ты чё, блин? Да, какой же слабый он. Ну, какой, ты вообще тупень или чё, я не поймаю. Ты гадость, что ли? А он меня подрезал. Нормально вообще сейчас я сделал или чё, я не понимаю? Он должен был за это ответить. Ах, а я при чём здесь вообще? О, плюс 10 конфет, спасибо. И вот так вот налево. Хорошо, срезаем. Да значит, ты вообще офигевший или чё, я не понимаю, а? А ты как срезаешь, алё? Я где я срезал? Я на воду сразу заехал. Иди за Артёмом езжай. Вот, всё, раз, ворот. Вон, смотри, в меня сейчас влетит. Ну, это логично, твой... логично, это очень даже, но толкнул. Спасибо. Не, ну, не товарищи, толкал. Сегодня не вы что-то очень слабоваты. Какой ты тупой человек. Как ты так делаешь? Ну, кстати, сколько гладиатор едет по воде? Мы подъезжаем, я не знаю, сейчас 190, падает 180, 190. У меня на Урсе скорость просто в ноль сразу падает. Ну, 181, вот так вот, сейчас я по прямой еду. У меня на Урсе скорость прям падает сразу, прям моментально. Ну как, ну ё-моё! Ты не там поехала! Там поехала! Не там поехала! Ну что это такое? Ну нормально? Ну все, я финишировал. Это я тебе под жопу просто разворачивал. Мог тебе под жопу развернуть. Вот так вот, бам! Прямо вот ты... здесь вот стану, кстати, как первое кстати, место. Кстати, как вот ты мне можешь догнать это сейчас? Нет, это такого. Уже нет, ну да, только если так сделаю. Да плевать, срезай его там полностью, Андрей, да ну не, Андрей, я буду давай. Честно ехать. Только попробуй, гадина такая. Только попробуй. Андрей, мужчиной будет. Блять, найс! Я первый! Ну как, второй точнее. Ладно. Ну первым вашим поединке. Первый приехал Артем, второй приехал я на Урусе, третий приехал Гелик. Заметили, да, вот эту тенденцию, что первое место это всегда, ну, в основном гладиатор, второе место это Урус, третье место это Гелик. Ну вот в целом мы разобрались по машинам, пацаны. Ну что ж, настало время определить машины на следующее состязание. Кто за рулем какой сидит, пацаны, кто первый? Я, давай я. О, первый Артем, у нас что-то меняется, и тебе достается гелик, наконец-то. Nice. Наконец-то ему дали гелик. Андрей, ты второй или третий? Третий. Хорошо, мне достается гладиатор, тебе достается Урус. Все, пожалуйста. Вот и распределили машины на следующее состязание. Ну что, друзья, настало время проверить скоростные характеристики машин, максималку, управляемость и так далее. Поэтому мы устроили спринт-гонку. Значит, напоминаю, правила гонки максимально простые. Мы едем просто прямо до перекрестка у склада зерна. То есть мы вот как раз таки, придерживаясь этой трассе, доедем до этого места вообще абсолютно спокойно, не поворачивая никуда. Ну что ж, готовы или нет? На счет 3. Раз, два, три. Андрей раньше начал. Че, подрезаем? Да ебаный! А это карма, понимаешь? Там еще один заряд летит, пацаны, к вам, аккуратно там. Фига, кстати, нормально. Там, Андрей, ну нет, ну меня сейчас, ну тип меня начинает фигачить ладно, в жопу, я понял. Давайте по-новому начнем, чтобы нормально, честно было. Хочется прям реально нормально затестить просто. Ладно, парни, собрались, все, на этот раз без ДТП готовы, да? На счет 3. Да. Раз, два, три. Я со. О, кстати, он признался! Он наконец-то это сделал! Я со встречки стартую, да, без аварии. Да. Аккуратно. Так, не подрезаем. Мужичок, подвинься на угонке. Блять, Андрей! Я бы на месте... Ну, Андрей! Да ты стрим раздаешь! Я что говорил, Андрей? Да мудак, а объехать меня нет? Нельзя было объехать реально никак, а? А, можно было объехать? А, что, нельзя было, типа, кое-что сказать, или что? Какой же там слабенький, просто...
Ну, кстати, сидит. Смотри, я что могу сказать? У гладиатора хоть и ускорение чуть выше, чем у остальных машин, чуть больше, но ну, по максималке мы вот ровно едем, как будто бы сейчас. Как едешь, Андрей? Какая максималка 280, у тебя? 280-270. Так же. Вообще офигели. Хотя ладно, я так же еду. Не, у гелика, по идее, так же должно быть. Меня просто откинули кое-кто. Один стручок. Ну, это Андрей сделал. Так ты меня прошлый откинул. Это Андрей сделал. Так это за то, что ты меня бортовал. А это за то, что ты меня тогда забортовал. А что, Андрей, пакетик, а пакетик что, типа, не березы или что, я не понимаю? Далеко очень. Притормози, мальца. О, конечно, конечно. Вот размечтался, да, конечно, конечно. Так, ну что, я думаю, можно подводить заключение. Первый приехал я, второй приехал у нас Андрей. Не, ну я считаю, что надо этот, ну, Андрей, нулировать баллы. Да? Он меня жестко подрезал, ну, Артем меня прошлый подрезал. Он взял меня перед тобой и все. Это была вендетта. Ну, не знаю, решите это между собой, как хотите, пацаны. А мы идем дальше. Ну что ж, настало время определить машины под финальное состязание. Поверьте, гонка будет очень интересной. Вам 100% понравится. Ну что ж, кто желает быть первым? Я. Андрей первый. Андрей, кручу барабан для Андрея и... О, Андрею впервые сегодня достается гладиатор. Поздравляю. Так, второй кто у нас? Третий кто ты, у нас? Второй я. Последний. Окей, второй я, и мне достается... Так, снова выпал гладиатор. Перекручиваем, и на этот раз снова выпадает гладиатор. Три гладиатора подряд. Найс. И мне на этот раз достается гелик, и Артем достается урс. Ну что ж, мы перемещаемся на финальное состязание. Ну что ж, дамы и господа, мы готовы приступить к финальному состязанию. Мы придумали новую гонку специально для тех тачек, которые у нас сегодня участвуют в ролике. Соответственно, мы находимся на острове Кай. Перика. И наша задача это добраться до главного особняка, который находится в одном из уголков этой карты. И, соответственно, после того, как мы доберемся до особняка, нужно вернуться обратно на взлетную полосу, и первый, кто сядет в этот Porsche, тот и побеждает. Добраться до особняка можно вообще абсолютно любым маршрутом, поэтому, пацаны, едьте как хотите, едьте как знаете, просто вообще и все. Ну что ж, готовы начать или нет? Давай! На счет три! Раз, два, три! Какой старт жесткий у Андрея! Эх, ты что делаешь, эх? Ладно, окей, едем, как едем. Ротик свой, а я не знаю, а его он пакет берет у тебя, смотри, какой. Аккуратней, Андрей. Я не знаю, просто трасса здесь нормальная, я за Олегом поеду. Я тоже за Олегом просто еду, давай. Блять, ну... Ну пиздец, он интернет дебил. Просто дебил. Едет, тэпается, едет, тэпается. Вот у Андрея всегда так, у Андрея всегда так. Куда тут, налево, направо? Дай. А я подсказывать не буду, пацаны. Тут как сами. А что случилось такое? Да не, все хорошо, все изумительно, просто. Главное, ну, не нервничать, потому что, ну... А это правильно, на самом деле. Не восстанавливаются. Конечно, да, нужно поберечь свои нервы, конечно. Да куда ехать? Так, просто я дальше... ее тут вообще делаю. Дальше, по-моему, вот да так. Да плевать, нормально, так поеду, третьим тоже хорошо. Ох, быть. Ебать, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я, кстати, еще тоже запутался, по-моему. А, не, нормально. Не, я очень глупо поехал. Я такой крюк сейчас дал. Я такой же. За Артем просто еду. Так, есть что, до особняка надо прям доехать. Прям вот до двери. Да ебаната. Она что так переворачивается-то? Так да, я же предупреждал сразу. Потому что она поднята у него. Нет, не из-за этого. Она по дефолту такая идет. А мы что, сейчас точку захватывать будем, да? Конечно, да. Найс. Естественно. Привет. Тупой! А я сдох. Так, все, ну я доехал. Это карма. Андрей, это карма называется. Просто для понимания. Идиотина. Я лежу, Олег, смотри, звездочки на машине. Вижу, да. Все, поздравляю, молодец. Фига там чайник секунду закипел. Нет, так он, понимаешь, он врезался специально в меня и вылетел через лобаж. Андрей, карма наказала. Я не специально. Тогда реально точно карма. А, не специально, да, хочешь сказать? Просто решил экстренно тормозиться, да, в меня? Ой, тупое рылое, блядь, создание. Кто же будет первым, кто же будет первым, кто же будет... Да ты как будто бы, потому что... Но нет, там меня Андрей нормально, меня Андрей там нормально скинул сейчас. Да вон ты спереди едешь, да-да-да, все, ты первый. Ну тут еще всякое может произойти. Нифига я там, кстати, перепрыгнул через речку. Вот я там тоже там один раз так сделал прыжок один. Хорошо получилось. Эх, хорошо, лежу. Нормально, на солнышке. Загорай прямо, пока загораю. Немного. Реально загорай. Загорай просто и все. Я прям реально против солнышка лег и так лежу хорошо. Так, ну что ж, неужели? Неужели? Что ты там во что-то врезался или что-то да замолчал? Не, я всего лишь взорвал самолет просто случайно. Простите, пожалуйста, не хотел, честно. Ух, ё-моё, как я летаю. Тормоза! Ну все, найс! Привет! И вот так, да, гандон, я должен был тебя отправить! И прямо в океан. Ну, Лёшка, ну что ж, второе по итогам место. Этой гонки, первое место у меня, второе место у Артема и третье место у Андрея. Это было итоговое пятое испытание. Давайте подведем итоги, посчитаем очки и посмотрим, кто сегодня победил. Ну что ж, дамы и господа, настало время подвести итоги сегодняшнего дня. И в общем результате, в общем зачете, последнее место сегодня занимает Андрей. Я занимаю второе место, и третье место занимает у нас Артём. Ну что ж, я
тебя поздравляю. Это твой приз. Соответственно, ты получаешь не 5 миллионов долларов. Не, ни за что не угадаешь. А вот сок, смотри. Одну тыкву, на нахрен, и все. Вот ему реально ивентовую валюту. Все, поздравляю. Просто он 5. А можно тыкв еще, пожалуйста? А нету тыков у меня. У меня нету тыков. Ну, отлично, 5 миллионов. 5 миллионов и 1 доллар. Да, это хороший приз. Ну, если говорить о тачках, то мне кажется, явным фаворитом среди всех трех автомобилей на первом месте является новый Гладиатор. Ускорение, управляемость, легкость. Машина реально чувствуется намного лучше, чем все ее оппоненты. Соответственно, на второе бы место я бы, наверное, выделил Урус 6x6, потому что она чуть-чуть быстрее, чем как будто бы Гелик. Гелик как будто бы все-таки немного тяжелее, как сама по себе машина, и управляется немного сложнее. И вот третье место, да, мне кажется, все-таки занимает Гелик. Возможно, друзья, у вас другой топ, напишите об этом обязательно в комментариях. Ну а на этом я сегодня предлагаю закончить. Огромное вам спасибо за просмотр этого ролика. Надеюсь, вы поставили лайк и подписались на канал. Всем до скорой встречи, всем пока-пока. Пока!